Всем привет! Что ж, снова сегодня у нас CSGO Run. Вчера этот сайт я пощупал. В принципе, он может выдавать. То есть, если выбирать правильные стратегии, правильную динамику действия, да, то есть он может выдавать. Вот, я там запилил ролик, у меня вчера выложил сегодня короткий ролик, там, да, с X600, то есть как-то начали задавать вопросы, а зачем вообще, чё к чему? Да, ничего к чему и ни зачем. То есть я вчера просто что-то зашел случайно на сайт, смотрю такой, этот бежит, такой, я думаю, блядь, просто, да сколько он будет бежать-то, короче. И пока запись включил, в общем, он на 600 с лишним там остановился. То есть просто выложил ролик, чтобы видели, что, ну, реально, и до таких вот отметок отсюда выходит, что тут, блядь, можно прям реально, если ты сможешь это поймать и там сделать ставку, то можно реально баблосов поднять. Ну, речь-то, в принципе, не об этом. Сегодня мы снова на CS Горане. Точно так же закинул 250 на баланс. То есть у меня откуда-то вчера там 2 цента оставалось. И черт их знает откуда. В общем, сегодня вот такая вот у меня сумма. Действовать мы будем. Ну что, мы закупаемся. Мы закупаемся точно так же на 0.32. На 0.32 закупаемся. И максимальная 0.32. 10 скинов мы закупаем. Я, правда, он опять только 9 почему-то разрешает. Ну, получаем 0.36, еще остается, да? То есть, ну, вот мы 9 купили, да? И давай вот еще вот эту штуку закупим. 4 цента еще остается. Откуда остается, черт их знает. Без понятия. Так, это мы сделали. Что у нас тут по ленте? Вот смотри. Вот смотри, что идет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь в подряд X2 было. То есть, в принципе, X2 залетает, да? То есть, сейчас была 1.5. Сейчас глянем. Ну, я тут уже ставку. Не, я как бы успел бы ставку сделать, да? То есть, надо только решиться, на какую ставку. Что мы будем ставить? Сколько крашанет? Сколько ты? Ну, видишь, полторушка. Тут на X2, наверное, залетит, да? План действий. Давай мы сейчас попробуем. Ну, сейчас X2 и второй X2. Давай мы первую попробуем сейчас на... Ну, все, дождемся краша. В общем, цель все-таки отсюда либо перчи, либо нож забрать. То есть, либо перчи, либо нож отсюда забрать. То есть, и... Как бы вот эту недельку я буду пробовать отсюда. Либо нож, либо перчи забрать, да? Ну, смотри, X10 херачит уже. Я просто в афиге. Понятно? То есть, залетает. Ну, сейчас, судя, на X15 упал. Вот это делаем, и давай мы... Короче, мне сейчас кажется, он X2 не даст, поэтому я его начну с 1-1. Потому что, как бы, высокий такой кэф там был, да? Высокие, короче, кэфы были. Посмотрим. О! Окей. 1-1. То есть, давай мы снова на 1-1 попробуем. Снова попробуем 1-1. Угу. Так, тут бежит, да? 1-1. Тут, в принципе, X2 залетало, да? X2 залетает. Ну, кто-то тут прям хорошечно. Ну, X2, да? X2. Сейчас давай на полторашечку попробуем. Посмотрим. Посмотрим, что будет. Возможно, видос сегодня будет очень долгий. И, возможно, я буду его просто резать. Буду просто его резать. Вырезать какие-то моменты, фрагменты. Так, сейчас давай мы... Сейчас мы пропустим. Я сейчас пока просто подумаю, что нам... Как, либо вот эти вот, которые я апгрейднул. Пробовать апгрейдить дальше. А это типа про запас оставлять там, да? Типа про запас оставлять. Давай потом с наклейки мы начнем. Начнем с наклейки. X2 опять сейчас залетает. С наклейки, да? Залетает X2. Ебать, кто-то в домофон звонит. Че звонят, да, че хотят. Нету дома никого. 6 залетает.
Зашибись, да, он сейчас прет. До десятки, скорее всего, долетит сейчас. Девятнадцать. Нормально. Так, ну, что-то мне кажется, сейчас будет снова. Вот давай 1-2 посмотрим. Что-то мне кажется, сейчас он там балабасинку выпишет. Может, даже на 1-2 не зайдет. А, не, зашло. Зашло на Х2. А, ёптать, я что, два скина поставил? Короче, я сам не заметил, как я два скина поставил. Ни хера себе я. Лоханулся называется. Не, по сути, здесь, короче, 1-1, да? Смотри, чувак, он 200 баксов апгрейднул, молодец. А, такой на такой, да? Обменял. Слушай, ну смотри, первый кайф, и тут на семерку залетело, прям. Окей, так, давай, ладно. Сейчас x2, хуй его знает. Давай вот эту херню на x2 попробуем. Черт с ним знает. Я не знаю, что за бредовые у меня идеи, что за бредовые тактики вообще там, да? Посмотрим, короче, посмотрим, посмотрим. Как я такие, блядь. Вот, сука. Ну ладно. А, давай. Давай еще раз x2. Давай, давай. Ну, не можешь же ты, блядь, крашануть так. Хотя вчера он, падла, крашил, как. Будь здоров. Может. Может. Он может. Запомните, он может. Так, давай 32 и, блин, на пятеру. Я сейчас на пятеру буду пробовать. Давай. То есть у меня еще останется 5 скинов. У меня останется 5 скинов еще, да. И посмотрим, что чувак нож свой дальше херачит, видели? Смотри, он заходит там, да? Смотри. Ну. На 2. Вот чувак, смотри, сделал нож, видали? На x2 ножик сделал. Молодец, чувак, молодец. Молодец. Красавчик, пока по-крупному играет. Ну, давай. Сука! Ну, попытка хорошая была, да? Хорошая попытка. 0.32. Так, ох, ох-ох-ох. Ох-ох-ох. Ладно, давай ты что-то прям. Так, давай сейчас это пропустим, посмотрим. 4.37. А вот сейчас на x5 залетит, походу. Смотри, чувак еще дальше делает нож. Сука. 1.9, 1.7, да? Так, вот сейчас я думаю, надо на 1.5 попробовать. Думаю, надо на 1.5 попробовать. Надо на полтора. На полтора посмотрим. Что тут на полтора покажет он. Да? Не хочет. Ах, бесишь ты меня, бесишь. И что мы будем сейчас просто по. Давай еще разок на полтора попробуем. Ребят, я записываю видосы не только где там какие-то окупы жесткие там, да, то есть я там окупаюсь, выигрываю, побеждаю, то есть я и записываю видосы, где есть сливы, проигрыши, то есть где это все есть, вот, потому что я не только выкладываю видео, где все круто, то есть, ну, как бы, я же, типа, сайты проверяю, то есть проверка идет сайтов, поэтому так вот я и делаю. Вот, смотри, сука сейчас до 5 добежит, вот сейчас реально до пятерки добежит, наверное, да, гад, смотри, ну, точно добежал, добежал, вот. Через две попытки, то есть он добежал до пятерки. Добежал до пятерки. Что, неужели сегодня? Вчера, по-моему, у меня на x5 там что-то заходило, а сегодня вообще непонятно, что там, насколько заходит, да? Ебать, это что такое? 9 минут ролик уже идет. Хуй его знает. Хер его знает. Хер его знает. Давай мы с тобой пробуем. Давай снова на полторушку попробуем. Давай. Давай попробуем на 1.5. Типа мы такие борзые ребята. Типа я такой борзый пацан, да? На 1.5. Не хочет. Блять, тут что? 0.35. Давай. Давай на 1.2. Давай. Может, будем тогда мы этим по червячку копать. По чуть-чуть пробовать. На 1.2. Тут ребята вообще вон 1.01, то есть минимальные как бы эти делают. 1.01, там 1, там. Прям. Ну, 1.01, скорее всего, это прям
вероятность там, ну тут, наверное, сколько он хуй знает, я не знаю, сколько тут времени. На 1.01 надо. Черт его знает, на 1.01. Текст 2. Так, я вчера примерно в это же время где-то видос писал, да? Вчера писал видос примерно где-то же в это время. X2, похуй, я и ставлю X2. А, уже не принимаются, да? Я проворонил. А мог бы зайти, да? Видишь, X2 зашел бы. X2 зашел бы. Как? Кэфы такие. Сколько это? 99 центов, да? Давай вот так, 1-1. Ну-ка давай мы просто по 1-1 покопаем, поковыряем. Фух. Давай так. Давай так. Остается вот это вот. Как бы сегодня не мой день, да, то есть не день Бекхэма вообще, не день Пенни. Вообще не день Пенни. Че, дойдешь до двух? Дошел, да? Дошел до двух. Ну тут, наверное, и до пяти он долетит. Ух, долетит, наверное, и до пяти. Нет, не долетел, не долетел. Так, на три, на сколько тебя? То есть рисковая вот такая стратегия, конечно, рисковая стратегия на полтора. На полтора. Зашло. Зашло. Ну, что тут хули еще? Я даже своих... Свой деп еще не отбил вообще. Свой деп еще ни хера даже не отбил. .096. Так, давай-ка сейчас мы вот эту пропустим. Хотя нет, мы не будем пропускать, мы просто на 1.1 поставим. Поставим 1.1. Ну, доллар, по крайней мере, сделаем, да. Зашел, да? Ох ты, ох ты, ох ты, прям. Ох ты, как. Фу, так, теперь тебя. Ах, теперь тебя. Давай на полтора поставим. Закрыл глаза, сука. Сумма-то капец, там $1, короче, а я тут очкую сижу. Блядь, пиздец, да? $1, я тут переживаю, капец, прям. Сколько-то 60 рублей. Вот, да. Смотри, залетела. Наклейка какая-то залетела там, да? Тут X2 идет. Фу. Очковенько, очковенько. 2, 3. Азар на 3,88. Подожди, тут было 3,40, потом 2 он давал, да? Фу, неужели сейчас... Похуй, пацаны, я, короче, рискую. Я, короче, рискую. Похуй. Фух, рискую на X2. Рискую. Ну, тащи, 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 тащи. Yeah! Да, сука, я X сделал. 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 Так, 3. Так, теперь чё? Теперь что, на 4 он упал. Так, давай-ка смотрим. Здесь у нас было 3, потом 2.93, 3.3. Сейчас где-то... Давай вот так хотя бы, давай. Давай вот так хотя бы посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Ху, я... О, красивый скар какой-то выпал, да? 3.48. Я, короче, пока что только что отбил свой деп. Пока что отбил только свой деп, да? То есть вот, ну тут, видишь, на 2 снова заходит, идет. Я пока что отбил только свой деп. Так, а сколько у тебя последовательность? А сейчас какая? 4. Вот тут и на 5 заходило, да, прям. А, красиво было, красиво. 5.94. Так, у тебя сейчас 3, 4, 5. 5, 5, 5. Давай, короче, на 1.2 посмотрим. Давай. Давай посмотрим. 1.2 хотя бы, 1.2. Посмотрим, что тут у нас. Ей, зашло на 1.2. Зашло, зашло, зашло. Ну, как бы тут прям это.
4, тут x2, прям. Он меня, сука, бесит, понимаете? Он меня просто драконит, короче. Он меня просто драконит. Когда я x2 оставил, там x5, он мне такой ху-ху-ху. А тут падла меня прям вымораживает. Спецом, короче, видите? То есть вторая зашла бы запросто на x5. Понятно? Вторая. Тут, наверное, и до x10 сейчас доползет. А, нет, ну не дополз, но все равно, то есть зашло бы. Так, сейчас мне... Сейчас давай мы не будем борзеть. Ставим 1-1. Сейчас он как на единичке прям сольет вообще там. Это будет ржака полная, прикиньте. 1-1. Нет, не слил, я зашел. Фух. Сука, какие-то там 4 бакса, а я тут что-то нервничаю. Пиндец вообще. А я нервничаю. Слово x2. Слушай, ну идет вот линейка, да? Тун-тун-тун-тун. 2.76. Жестко, жестко, конечно, жестко. Так, давай мы сейчас вот этот вот розыгрыш, сейчас вот этот вот мы как бы типа пропустим, да? Я понимаю, что затягивается видос, только, ну, мы пропустим. Вот только не надо сейчас опять до x2. Что-то просто раз, два, три, четыре, пять, шесть подряд можно делать было x2. Шесть подряд можно было делать x2. Просто сейчас такой, знаешь, азарт тоже поставить x2. Давай, ладно, и на... Да похуй, давай на полторы проебем, так проебем. Все, просрем, так просрем. Че мы, сука, тут, блядь, из-за 500 рублей тут будем сейчас обсираться сидеть вообще, да, то есть... сука, сделали. Да. Падла, он седьмой раз x2 дает. Седьмой раз дает x2. Это просто что-то офигенское. У. 6.87. Но мне надо сделать... блять, я вот хер его знает. Нож. Как тут нож-то замутить-то, да? Там, до ножа-то тут еще пипец и пипец там, да? Пипец и пипец до ножа. До ножа прям пипец и пипец. Так, сейчас пропускаю. Сейчас пропускаю. Я хотел полтора ставить. Хотел ставить полтора, я пропускаю. Что-то прям онлайн 3000. И он раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Он как бы 8 раз дает уже x2. И тут 2.45. Сука, сколько же он сейчас даст? Пацаны, короче, второй день подряд я похуй, я рискую, на x2 делаю. То есть завершать будем, опять, скорее всего, мы будем сейчас фейлом завершать. Ну, хер с ним. Ну, просто, как говорится, хер с ним. Завершим фейлом, так завершим. Что делать, что делать? Вот он фейл, да? Ну, до полторушки даже не дошел. Ну, все, должно же, когда было раз, два, три, четыре. Так, здесь. Короче, я борзею, я ставлю x5. Начать. Ах ты ж, блядь, не успел. Забазарился с вами, короче, не успел. Не успел. То есть надо было пропустить, и вот этот бы зашел на x2, да? Ух, ну, не судьба, хули. Видно, не судьба. Вот тут я хотел эту ставку сделать на x5. Я просто там не успел до x5 нажать. Вот выбил бы x5 запросто, не успел только. Ну-ка, что тут? Да, тут уже все, кто ставил, они уже это, на 8. Ну, на 8 нет. Хотел бы x5, а тут... Похуй. Мне уже просто надоело, короче, здесь это торчать, блядь. Делаю x5 и хуй с ним. Просираем. А откуда у меня 6 центов на балансе? Я... Все, на x3. Ну, в общем, пацаны, я опять, короче, все просрал. Просто здесь, знаешь, что, мне не хватает терпения. Вот колупать по вот этим вот 1-1-1 там. Давай смотрим, чувак залетает на 1300 баксов. Какой он? 1-2 ставит, наверное, да? Нет, на полтора, что ли, ставит? На 1-4. То есть он делает перчи за 1700 долларов. Ну, красавчик, в общем, красавчик, я что могу сказать. Мне просто, пацаны, не хватает терпения, реально. То есть сайт, у кого, ребята, терпение железное, нервы стальные, ну, пожалуйста. То есть все можно, то есть как бы можно здесь поднять, вон, видите, ну вот чувак, человек же поднял, да, хер знает со скольки он там поднял, но он поднял. У меня просто не хватает для этого сайта терпения.
Ребята, в общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И всем до новых встреч. Пока-пока.